уважаемый наш президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, я гражданин Российской Федерации из города Красноярск, Каменев Владимир Денисович. Прошу его взять под личный контроль. Вопрос о экологической ситуации в городе Красноярск. Нам нечем дышать, мы хотим жить. Мы хотим играть на улице, но мамы не разрешают. Говорят, что там вредно. С уважением, Камень Владимир Денисович.